Друзья, попрошу вас не перематывать и досмотреть до конца. Меня зовут Денис, и я хочу вам порекомендовать подписаться на мой кулинарный канал «Рецепты от Дениса». На моем канале я буду с вами делиться самыми простыми рецептами. Мы будем с вами готовить из всех продуктов, которые есть у вас в холодильнике, каждый день. Друзья, поддержите наш канал подпиской и готовьте вместе с нами. Ссылка на канал в описании под видео. Также я хочу вам порекомендовать подписаться на наш инстаграм-аккаунт. Здесь вы сможете увидеть самые классные фото, которые мы здесь оставляем. Жду вас у себя в друзьях. Настя Каменских вспомнила о страшном периоде в своей жизни. Трагедия пришла в семью певицы в начале 2021 года, когда умер ее отец. Артистка поведала о страшном событии и длительном периоде душевного восстановления. Еще недавно звезда не могла говорить на эту тему без слез. Сейчас же она решила поделиться пережитым. Настя Каменских очень любила родителя. Алексей Иосифович в свое время был волейболистом и имел прекрасное чувство юмора. Мужчина стал отцом почти в 50 лет. Он очень гордился дочерью, покорившей шоу-бизнес. Отец исполнительницы скончался дома. Настя Каменских узнала о трагедии на следующий день от мамы. Алексей Иосифович хотел, чтобы его после смерти кремировали. Певица не смогла выдержать церемонии прощания. Дело в том, что когда она увидела любимого человека в гробу, то ей стало плохо, и артистка выбежала из зала. Знаменитость отметила, что хотела запомнить папу живым и веселым. Она не жалеет, что не стала оставаться на похоронах. Мама звезды переживала уход из жизни мужа крайне тяжело. По словам Насти Каменских, она совсем сдала и начала от горя сохнуть на глазах. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.